Студио сарсырданын сахабысырны лоқты оқтыра, онына көй хакраны көрөчілер. Эфирге сахасы табыдағы соғы бери. Жәкірдік тағыны болса аспытчу ғаған брахниктар бұд тиен кәлілер, оны бігеге ехе бүгін Александраны кітары открытка оңырын көндір еқпіт. Жоғыз жүгіндігер бәлі қуынарға, оныттың вердірге. Александра, өте сарсырданын. Здравствуйте. Ага. Жә бәйін тұскудан Ну, меня зовут Александра Степанова, живу в Якутске, работаю я учителем в школе, в столичной нашей школе. Начала заниматься скраббукингом где-то с 2018 года, когда ушла по уходу за ребенком, сидела дома, и у моего, значит, папы был день рождения, юбилей, я захотела сделать ему альбом. Ну и начала смотреть на ютубе мастер-классы разных мастериц. Купила бумаги, купила несколько всяких материалов и начала делать альбом. Ну, в итоге так с этого и пошло. Ну, то Лади, Чонхалаутен, Бесл Болбут. Это был скраббукинг, тень техника. Ага. Ты Эрхат Тардагай, то Кадрай Устуктара. Ну, я бы не сказала, что это сложно. Вообще, я, по идее, с детства любила заниматься творчеством, поэтому сначала делала все на компьютере, так как я учитель информатики, делала открытки на компьютере сначала. А потом уже как-то пришло, вот руками захотелось сделать. Это, в принципе, не сложно. Я даже сегодня мы посмотрим, как сделать мастер-класс, и там вы поймете, что, в принципе, это не так страшно. Он то был материал ларгын, хантанагастыгыны, эвитер бен бечайтян тагаранду. Я покупаю. Сейчас в основном покупаю, чтобы это были качественные вещи, потому что когда мы на принтере распечатаем, там все равно некачественно получается. Лучше взять то, что делают знающие люди, покупая в интернете, или здесь у нас в якутских магазинах бывает, например. Хобби Магаэнерго, да? Да, магазин хобби. Ага, он там был скраббукинг, аналах, кумаха, уратлах, полар. Да. Обычная бумага не подходит для открыток, для альбомов. В основном используется специальная скраб-бумага, у которой со временем не желтеет, не портится, потому что у нее кислотности нет. Но самое главное, что иметь ножницы, линейку, ручку, карандаш, и можно резак купить, чтобы проще было. Ну и по мелочи. Он там был клейдирга, а мы там гостях клейхан на кевди был. Солдат тухар омрбуттар, омрбут улелергиттен сеттеренген, хандактюмюк кекалитхан на клей омрбуттар. Ну, самый ходовой, так скажем, да, клей, это все-таки момент получился. Гель момент, но он лучше, чем он надолго, в общем, долго он держит материалы и клеит он практически все, не только бумагу, не только. Когда она хты, бумага на бильде клеит, да, она тут. Да. Ага. Солдер был влади. Все, бегун да, току огранка дребеди, он на каннека брахника. Ну, я решила, что, наверное, так как ближайшие праздники у нас все весенние, да, что-то хочется такого уже после нашей долгой зимы, и до вот тумана хочется прям цветов, ну, мне, по крайней мере, да, поэтому я взяла вот такие вот весенние цвета сегодня, цветочные, и, ну, праздник ближайший, это День Святого Валентина, и решила взять вот «Люблю тебя». Чтобы можно было подарить своей половинке или же, например, ну, маме. Маме же тоже будет приятно, если она получит открыточку «Люблю тебя». Он там был «Колубрахака астыр кумахаларын размердара кемейдера тюхэ болрэй». А четыре сагаду эвитер мэнэ кулухан или скорбукту. Есть несколько размеров. Вот это, например, 20 на 20 размеры. Есть 30 на 30, есть 15 на 15. Есть А4 разные бывают. Он там, ну, Тенкана бхарга сурагнам бранган каптынан. Каренка бхаганда, бтабельмана котовый тухтар бар была человек. Да, резаком. Я сейчас резаком пользуюсь, потому что ножницами не получится очень прямо. Имир каратак. Да, некрасиво будет. Барыня пулади. Антон, дзя салыхка. Ну, сначала нужно взять, конечно, заготовочку. Это вот обычная бумага. Каланхову советте? Да, она потолще. Плотность потолще, ну, как открыточная бумага. Размеры открытки стандартные, но я взяла 16
сантиметров, а здесь 10. Обычно открытки бывают 10 на 15, но они для мне как-то кажутся маленькие. Можно сделать открыточку, а можно конверт здесь вот добавить кармашек и туда положить денежку, подарить, да? Это карта с колоргатундаганы, сертификаттары, да? Да. Угарга, чего и бывает. Так, и вот это у меня лицевая часть будет такая. Сзади у нас будет вот так. Это идея Ларана Бена и Гаркира Лера, Витерманник. Да, сначала я придумываю, выбираю бумагу, потом смотрю, если она мне нравится, и начинаю создавать уже композицию. Да, сначала я выбираю бумагу, потом подбираю уже какой цветочек. В основном я делаю цветочные. Открытки или так далее, поэтому подбираю цветы сначала. В общем, в голове сначала все придумываю, что бы я хотела. Можно воспользоваться текстурной пастой, чтобы был объем. Можно использоваться глиттером, чтобы все блестело, если хотите. Да? Подбираю, например, кружево. В основном люблю кружево, оно смотрится нежно. Такие вот шеби-ленты называются. Так, и разные. Ага, бэлары, шнурманник, оголары. Дыхкасы, кребеккасы. Да. Он то был клейган, тихо калынкана, хату канаданы. Главное, чтобы держалось. Да. Потому что он крепко держит. Курара, да, оно трюген. Да, и быстренько высыхает. Так, ике төттен манны кылан кредивит. Ата хайдах условияга декаду эйгега олран улыбкан хабиливене. Ну, конечно. Арас-арасти, творческая жанрго. Да. Хорошо, люблю, когда я тихо дома, никто мне не мешает, никто не отрывает, потому что я люблю спокойно все это делать. Иногда включаю на телефоне какой-нибудь фильм, сериал, и параллельно слушаю, и параллельно делаю. Антон, улегитки будет на илленкемен кихере актер болар болар. Да, в будни я сейчас практически не делаю, потому что некогда совсем. Только на выходных или когда я знаю, что точно у меня есть время. Выпуск антенгер. Да. А так стараюсь. Если очень хочется, конечно, когда есть вдохновение, прям рвешься это делать. Вот после новогодних выходных я вот новогодние выходные отдыхала, вообще ничего не делала. Потом как быстренько сделала вот это, прямо хотелось, бежала к себе. Ирина, так как я, да. Идея ларенкира, да. В интернете смотрю идеи и прямо вот заражаюсь, как делают другие мастерицы. Еинки рергер джилханныкеме ордук эбиди. Засту, гэнду. Кюни интык тагана кейхай хайдагарагли и санадаттан, юрэннаттан. Не знаю, по-разному. По-разному. Да. Нет такой привязки. Так, можно заклеить так. В общем, композиция сначала я так вот набрасываю, что бы я хотела у меня было. Я люблю делать объемный, чтобы был объем немножко. Здесь сделаем немножечко плоско. Мы добавим вот такие... Бэллеры. Да. Бантики. Бантики. Да. Они смотрятся веселые немножечко и... разбавляют. Антон, бо идти к лейдах пистолет торбаллар. Да, я не пользуюсь им. Объемный амгокторга. Я не пользуюсь клеем пистолетом, мне он неудобен. Хотя считается, что мне кажется, он нормальный. Хорошо клеит. Тукою. Да. Как я видела, некоторые не заклеивают. Отклеиваются со временем, не знаю. Поэтому... Может быть, он трескается, наверное. Вот он же не трескается момент, он растягивается. Рымиге с полуди. Да. Чубик так клей. Так, заклеиваю. Каджик маннык, кеге бейте дагана аңырорга судурку. Да. Оголар дагана тохолдыра. Да, есть специальные мастер-классы для детей. Там, конечно, попроще. Вот я в школе проводила один раз мастер-класс для девочек к 8 марта. Мы делали открытку для своих мам. Там бабушек, там сестер, да. Девочкам очень понравилось. Очень долго, конечно, делали. Все-таки первый раз девочки. Тем не менее, да. Но им очень понравилось. Получилась красивая открыточка.
Антон мастер-класс из давно, эбитерану база на лаканда. Там блин, я онлайн и это хайдан тради. Ну, я не очень люблю мастер-классы делать. Mm-hmm. Как-то мне это, не знаю. Mm-hmm. Не хочется пока. Чудо с джангор, то не ну, для своих можно, uh-huh. конечно, сделать. А так, чтобы за деньги, нет. Uh-huh. Пока нет. Все. Тамандак мирбир клейден хевит. Антон бу он хоктар гиттар хамы хевилен он рорун открытка болар ду, или тамандак конвертер ду. Ну, мне нравятся открытки, конверты, да, они быстро делаются, поэтому. А вот альбом очень долго делаю. Это трудоемкая работа. Мы набираем баранцигели, а энергетер гаркирих пит. Бирбирка всех пит. Антон Бухов бра мандак металлической тимире тохтареми клеинен. Да, это лучше, наверное, завязать будет. А так можно приклеить, конечно. Это тоже держится клеем очень хорошо. Так, что еще? Цветочек, наверное, уже добавим. Я бы кюрам берега хотел. То бы манна сыты копты, он там тох бегах, он там пинцет. Бо пинцет, это как я мог торгать тут там, да? Ага, да, когда сейчас в конце будем добавлять маленькие бусинки, я пинцетом пользуюсь, чтобы, потому что руками неудобно. Так и не каракай был ладе. Надо немножко подержать, чтобы прихватился. Там она пресс курдук. Тутука. Нет, а тот цветочек торга. Сломается. Ага. Лучше так сама подержать. Все, ну и вот мои маленькие вырезалки, они называются высечки. И они вот специально, вот когда бумагу покупаешь, они уже есть здесь. Их можно вырезать. Ага, манкардарюка. Манханник, аюта раз полработала. Да, что вам нравится, что хотите, можно вырезать и сюда уже подклеить. Я вырезала только листочки разные. И цветок. Антон, тохтек кахви, буманник аюлар бен рухидугунда. О, нет, не рисую, не умею. Все готовое. Ну, если у кого-то лучше получается, пусть я буду пользоваться и этими работами. Антон, айлга материалларынан туттаган да кылып расибеккилер, отумас. Могу использовать, например, в зимних работах можно использовать шишки. Осенью собрать и высушить. Но они хорошо держатся. Потом их покраской белой покрасить, и получается как будто бы налет снега. Сверху можно посыпать глиттером, и вообще будет искристый снег на шишечках. А все остальные материалы, ну, листья не подойдут, цветы, сухоцветы. Лучше взять имитацию. Да, использовать можно, да. Но я сама не использую. Ну, так и нет. Сочо, это гоппол. Это вот все-таки стиль, эко-стиль, да? А я как стиль не очень. Мне больше нравится вот такой шибби стиль. Такой более цветочный. Это был омгоптер Кардана Костер. Да. Эти мастер-класс из того, где это лобра оскола, был короче, тарбит карамбаран, ехе билдехтерин хэпта набор данар, тон осколага класска умерехтерин бардахтерина. Ну, можно, наверное, попробовать когда-то начать. Где, блин, ахсас марта, хэрбэхэс, чагала. Олуни хрбюс чаглата чагата. Да. Ну, в основном заказывают открытки на 8 марта, да, или женщинам, девушкам. А мужские открытки очень редко заказывают, но бывает. У меня были пару заказов. Но их мужские открытки делать, конечно, еще сложнее, чем женские. Потому что мужчины же они. Да, я делаю такие, да. Более такие, так сказать, брутальные, что ли, можно сказать. Антон, открытка таганангамай улахан омурбутюлен ханнык полары. Или тохтар балар дихлобра бокс текка. Это кенгейге атыргамыд, онны тохтары омурагамда. Иеган Аллах бокстары, бетер. Нет, коробки я не делаю, коробочки. В основном мне нравится делать альбомы и открытки, и шоколадницы. Чаще вот такое вот компактное все. Да.
детские альбомы мне нравятся делать, особенно для девочек, такие нежно-розовенькие. Очень нравится. Угу. Вообще я поняла, что мне нравится все такое вот нежное, цветочное. Бен бочардах болар булан казбетин. Наверное. Айыр таланнахки. Ну, мы уже почти закончили. Еще можно добавить, вот это называется вырубка. Делается из плотной бумаги. Это бенкер и болбата котовай. Да, это есть такая машина для вырубки. Есть специальные ножи, которые вырубают вот такие вот элементы. Вот рамочки бывают, да? И вот можно их добавить. Так рерга, где по сторону, то... Да. Это вот специальное придуманное такое. И есть специальные мастерицы, которые вот этим занимаются и продают такие наборы. Антон Бунчакулская Корабтагар бегает тем сюлякатта, скраб. Да, в Якутске есть скраб-клуб, так и называется Якутский скраб-клуб. Есть они в социальных сетях, можно найти. Есть у нас еще также WhatsApp-группа. Можно там пообщаться, добавиться. Девочки там переписываются, обмениваются своими работами или там советуются, спрашивают, где что купить или так далее. Антон, конкурс торговлар, где интернет-системигер, он торгак это идет оттуда? В основном, да, в интернете бывают такие совместные проекты, специальные скраб-проекты, где участницы со всей там, России или мира могут участвовать. Они бывают почти всегда бесплатные, и можно параллельно, ну вот с ними в совместном проекте участвовать, делать работы. Потом выбирается там самый лучший. Мандак Булатик, где кастаны этапы на холобратематика Нанди? Да. Бастыга этап там, Сангаджиллавы, холобра. Да, ну совместные проекты длятся в основном там 3 недели, наверное, там, 3 этапа. Первый этап на неделю уходит, они снимают мастер-классы, показывают, как делать, а мы можем либо повторить, или свое сделать. Потом выкладываем пост, что готово, и они уже смотрят жюри, как жюри вот они выбирают, говорят, вот это первое место, как бы, да. Да, да, они сами выбирают, как мастера. Остальных поощряют, ну, дают даже настоящие призы, бывает, да, скраб-призы. Когда-то один раз я выиграла, мне был такой большой приз, пришел по почте. Это было очень приятно. Да, там была и бумага. Ну, в общем, вот такие вот мелочи были. Это было очень приятно. А то он на атенгиелерин коронует бумажных идея. Да, да, конечно. Без этого никак. Или даже в природе можно увидеть идеи. Особенно люблю вот на природе смотреть, когда фотографируешь, потом смотришь и начинаешь, а, природа сама подсказывает, как интересно сделать, и цвета подобрать те же, если осенние оттенки, что с чем сочетается, и тоже ищешь такое же у себя, в своих. Пусть бабочка так лежит. Ага, хорошо. Антон, бюте. Почти, да. Давайте пару бусинок добавим для красоты, и все. Или можем взять такие уже с клеевой основой. Они уже можно сами приклеить. С уголком в ладе? Да, это быстрее, чем... Да, на камере было на сыгардане. А то открытка вот игиняга дегар, сятым джигняк маха, я бен... А, да, можно, да, здесь сделать какой-нибудь еще. Буманна холодра. Розовый джигняк. Да, можно, по желанию, кому как нравится. Мне нравится белый. Написала, подарила. Ну, хотя могу заклеить и здесь, и... или можно распечатать же свое поздравление красивое. Да, например, могу показать, например, у меня есть такая поп-ап, называется. Это вот я взяла открытку тоже для конкурса. Это как вот адвент-календарь получается. Третье декабря. Что можно сделать? Носки связать, купить. Потом 12 января поехать за подарками декабря. Ну и так далее. Это вот такая идея у меня была. Сделать открытку как адвент-календарь. Все, я подумаю. Ура ты. Все, не кредит. Она там камера, которая их будет. Давайте на обратной стороне заклеим. А, мы заклеим. Ну все, в принципе. Дырка. Уманных курдуку ты бегает. Она у магазинартан материала тылыханган. Чогас чонгудон юрдюк кутын хэп. Бегает.
так и рыгут, нет, он рогут. А я андана мандак полар тем бомбатах. Чем он хоктар гаркирека, бомбана, андак он хоктар доллары. Здесь альбом, это называется «Открытка туннель». Она... Туннель, тут у нее есть несколько, как сказать... В общем, она, тантра. Да, состоит из частей. 3D-кордукте. Да, как 3D, да. И здесь я еще добавила, вот так. Добавила гирлянду. Да, и вот в темноте, в принципе, она неплохо смотрится. Это блин, она гирлянду ратыгала, здесь еще есть шоколадницы. Шоколадницы, это, например, шоколадница ко дню учителя. Или, ну, вообще, учителю подарить. Здесь, например, любимому учителю. Сумка-портук. Да, как портфельчик, да, получается. Он сделан на магните. Тут у нас магнит, закрывается на магнит. Так, и сюда можно вложить шоколадку. Да, это мой альбом для... Ну, это сделала именно для себя. Чтобы сохранить фотографии, которые мы... Летние наши фотографии семейные. Сделала вот такой альбомчик. Весь он летний, в подсолнухах. Специально была бумага вся с подсолнухами. Тема такая. Значит, здесь у нас вот можно вложить свои фотографии, можно вытащить. Здесь есть специальные разрезы. А это стартахи? Да, есть, да, отверстие. Открываем. Здесь еще две фотографии. Здесь у нас есть над... Можно вписывать над... Ну, какого числа была сделана фотография. Можно вписать. Да, да. Мы клеили на халбакарек, не... Тут тоже вот все держится на магнитах, то есть ничего не упадет. А нет, это я сама делаю. Все само, да. Это у нас тут плотный картон, твердый очень. И сверху ткань. Ткани тоже заказываем, специальные принты были красивые, что... Ткани. Они тут спа. Да, все. Ага. Ну, такие маленькие отрезы я покупаю специально. Ну, мы готовы деньги, кроме. А, нет, это все. Ага. Весь переплет сделала сама. Ага. Он весь полностью вручную работы. У Мантагадая на мир там страница на рынке. Да, все. Мандака все то, что мир. Это гурктер. Да, бывает. Кольца. Ага, но лучше такой. Кольца, ну не знаю, кольца в начале карьеры, так скажем, пользовалась, а потом перешла уже на это. У нас все это было. Конверты. Урларга и блюйдерге. Да. Полосураты тохпалар была. Да, очень удобно. И зато ни у кого такого нет. Ну, в основном заказывают на юбилеи. С фотографией, чтобы фотография юбиляра была. И оформленная сверху, там, как я обычно делаю. Было очень много таких заказов. Ксюнану Ксаняра на Кастыла. Все это. Бренда Александра Буманник мастер-класс Кердербюкер Махтанавын. Бехевери Дергал Читалу Кыдыгар. Он оттан Айрулага Дегарсити Хейлере. Спасибо. Она был и егит Сюппетен Дехпен Магаравын. Курутын Келетурдон. Он оттан Бегат Тоқтан үрдете тұрған класс кетін, ә? Спасибо. Жай күнде көрәчілер болманды көрдік, открыткалары бәрі чугыз жоғынғы тұғар біләк бұғыттан оңырын бері қатынсы, бейхейқа арай ұстық тұғы көрдерді бүттірген. 10 минута көрдік. Да, очень быстро. Все, анағыз берерілерге кірсе қадері, әтәңге болып.